Посмотрите, как у нас резко потемнело дома. Просто как будто вечер уже. На улице снежок, а мы с Лютиком дома. Как хорошо, я только что пришла. Мой мальчик меня встречал. Девочки, я и мальчики тоже. Я вот вам что хочу сказать. Мне одна женщина под последним видео про украшения, нет, под предпоследним, да, где я делала украшения для Ирины и Елены. Она мне написала: всем срочно заказчицам дезинфицировать свои украшения, потому что по ним ходил кот, на них падала шерсть. И он там тряс своей шерстью и задницей. Меня это сначала так рассмешило. Думаю, ну, женщина какая-то странная. А вот то, что мы котиков гладим, то, что вот они могут спать вместе с нами. То есть они же прикасаются к нашей коже, и ничего не случается страшного. А потом, если у моих заказчиц, допустим, аллергия на кошачью шерсть, это же тоже я допускаю, они бы меня просто предупредили, что: Лена, пожалуйста, не допускай кота к украшениям, потому что у меня аллергия. Я бы, конечно, прислушалась. Но тут, знаете, с такой брезгливостью, с таким отвращением: срочно дезинфицируйте ваши украшения. Девчонки, правда, дезинфицируйте украшения, потому что Лютик все их обнюхал, по ним ходил, но он не по ним ходил, а рядом, и на них, возможно, упала шерсть его. Вот. Поэтому продезинфицируйте, не дай бог, какая гангрена к вам привяжется. Вот. И, девочки, я вас хочу предупредить, если у кого-то вдруг аллергия на кошачью шерсть, вы меня, пожалуйста, поставьте в известность, и тогда я ваши украшения буду делать в идеальной чистоте. Ну, в принципе, я своего кота таким чистым считаю. Ну, он у нас домашний, мы его купаем. Дома у меня нет какого-то там свинарника, чтобы он испачкался. Ну, на балконе ходит, ну, я и балкон мою тоже. Мы ему антипаразитарку делаем регулярно. Не каждый человек антипаразитарную программу пропивает. Я купила манго 2 штучки. Вот одну уже помыла, нарезала. Просто вкуснющие, сладкие-сладкие. Килограмм манго стоит 370 рублей. А у вас сколько стоит? Напишите, пожалуйста, сколько в вашем городе стоит манго. Лорик, я тебе сейчас, знаешь, что хочу сказать? Когда мы с тобой приедем во Вьетнам, пожалуйста, не говори, что 40 донгов за манго это дорого. Пожалуйста, не говори. 370 рублей, представляете? Ну, очень вкусный. Вот зимой продавали манго, такие они деревянные, какие-то вот совсем травяной вкус, невкусные. Но этот желтенький внутри, я сейчас попробовала, сладкий-сладкий, просто вот очень сладкий, вкусный. И мандаринки купили вот такие тоже. Мандаринки это израильские, а манго, по-моему, тоже было написано Израиль, а нет тут иероглифы какие-то китайские. Котик на окно залез. Удивляется. Снег, да, тебя заинтересовал? Вот такой у нас снег. Листочки уже распустились на деревьях. И снег пошел. Летает какой. Зимушка, здравствуй. Я только что, вот только-только пришла с улицы. Прохладно, конечно, но такой пурги не было. И посмотрите, какими хлопьями полетел снег. Ужас! Кошмар! 9 мая мы с Олей едем к маме. Я прямо вот мечтаю, чтобы потеплело, чтобы не было такой пурги. А то просидим дома, а маме там надо помочь везде и всюду. А если будет такая пурга, а у них там снег еще...
У них там еще холоднее. Кошмар. Ну, что делать? Если будет холодно и ветрено и снежно, будем, значит, сидеть дома возле печки и пить чай с медом. Тоже неплохо. Наболтаемся, нагостимся. Ну что такое? Через полмесяца уже лето наступит, а у нас снег летит. Холодно, да? Холодно. Идете. Обычно здесь народу много, ребятишки играют, они на качелях качаются, и ребята вот тут вот в футбол играют, а сегодня тишина. Никого. 5 минут назад я снимала видео, показывала вам, как снежок пробрасывает. Но это было еще ничего. Сейчас просто вон все завалило снегом. Сколько? 5 минут прошло. Вот такая пурга. Чё, мой помойный котик? Трясет, ходит шерстью и задницей. Наругали тебя, мой мальчик. Зайка мой, обидели тебя злые люди. Чистенький такой мой котик, сладенький мой такой. Ну, Лютечка, представляешь, что про тебя думают люди? После тебя надо все дезинфицировать. Как будто ты крыса какая-то помойная. Ты мой зайчик. Чистенький такой.